Код у вас есть у всех, так? Все открыли вот этот файл? То есть мы как бы его писать не будем, мы просто пойдем line by line посмотреть, что здесь написано. Нашей целью является следующее. Вот сегодня мы говорили о вот этом selection, и нашей целью является вот оценить вот это. Вот это уравнение. Как я говорил, у нас сначала идет первая стадия, пробит, с которой мы что-то сохраняем. Во второй стадии мы создаем вот этот компонент и его оцениваем. Так? То есть давайте так и сделаем. Для перепроверки, вот в книжке у нас была, в книжке, сейчас я как раз взял, вот у нас... Мы воспроизведем как раз табличку Джеффа, которую я вам показывал на лекции. Сейчас я найду, где эта табличка. Вот. То есть для перепроверки правильности выполнения кода мы должны воспроизведить вот эти параметры. Что? 6.1.1 или 6.3.2, смотря как смотреть. Ну вот здесь в PDF 6.1.1, а на листе будет 6.3.2. Вот, ну ладно, давайте начнем. То есть код я написал, и вот код заключается в следующем. Сначала мы оцениваем вероятность того, сейчас, минутку, да, вероятность работаю или нет. И первая стадия, первый шаг — это оцениваем пробит. Вот он у нас есть. Потом мы сохраняем linear predictions. XB — это linear predictions. Prob — это здесь можно его не делать. Prob здесь можно деактивировать. Сейчас я вот эту линию деактивирую. То есть это переменная линия? Вот так даже. Это, да, то есть у нас линейная... То есть linear — это переменная, да? Нет, linear — это, да, название переменное. А XB — это тип prediction, который мы создаем. Вот недавно я удалил PR, вот смотрите, недавно я удалил такую же самую команду, название переменной, тип того, что мы создаем. И тип — это PR, то есть probability. То есть вот этой командой будет fitted probabilities. Опять мы к этому вернемся еще. Да? Я сегодня еще только буду торопиться, но... Потом мы создаем лямбду. Лямбда — это наша... Вот это. Вот эта часть. Без ро. Она равняется normal density от нашего линейной предикции поделить на нормальное CDF от той же линейной предикции. Здесь меняется это. Потом F, 1 минус F или просто F. То есть... Там в зависимости от point. F, 1 минус F или F. То есть справа или слева? Да. То есть, опять, обращу ваше внимание на код. Маленькая F — это normal density, это PDF. А большое F — это CDF. Это команда просто normal. И от нашего линейного prediction, который мы создали здесь. После пробит. А если я predict linear просто пишу, вот это мне выдаст или что-то? Вот это выдаст. Он скажет,
assume xb by default. Он сделает какое-то определение, за, предположение за вас. Выбор. Вот, и потом мы оцениваем нашу регрессию, как бы, нашу изначальную регрессию, да, которую мы оценили вчера, позавчера, и прибавляем сюда лямбду. И вот эта лямбда будет у нас нам говорить, опять, да? Давайте сделаем. Чего же вы мне не говорите, что плохо видно? Угу. Или еще? Надо говорить, когда плохо видно. Так. Вот пробит. Что? Вот так? Да. Вот пробит. Потом мы сохраняем linear prediction. Потом генерируем лямбду. Потом лямбду вставляем в регрессию. То есть чем отличается от позавчера, позапозавчера, тем, что есть еще одна переменная. Хорошо, оцениваем. Вот это выделяем, нажимаем вот эту кнопочку. Все, что-то произошло. Смотрим, что. Вот у нас мы получили какие-то оценки. Давайте убедимся, правильно это или нет. Вот Джефф. Книжка Джеффа. И сравниваем коэффициенты. Коэффициент на образовании точка 109. Так, точка 109. Наверное, фонд я тут тоже добавлю. Сделаем, может, 14. Лучше или мне еще увеличить? Вот, мы сравниваем 109 и здесь точка 109, так? Стандартные ошибки тоже похожи, 0.15. Experience 0.44, 0.44, ну 0.43, Джефф округлил, 0.16. Потом experience в квадрате. Минус 3.085, минус 3.086. И константа у нас тоже идентична. И идентичные ошибки. И ро при лямбде 0.032. С идентичной стандартной ошибкой. Вот. Вот так это все делается ручками. То есть что мы сейчас сделали? Мы сейчас как бы составили двухступенчатую модель, в которой мы не только оцениваем детерминанты зарплаты, а также детерминанты зарплаты, учитывая, что некоторая часть населения не работает, для которой мы не наблюдаем, так? Вот, то есть вот этот хекет, это как бы на порядок выше модель, чем не хекет. Теперь, это мы сделали ручками. Называется ручками 4 строки. Да, 4 строки. Но лучше делать встроенной командой. Потому что встроенная команда имеет намного больше опций, и встроенная команда по-другому работает с standard error, со стандартными, с корней, с вариацией, варианс, дисперсию по-другому рассчитывает нашей оценки. Что мы не делаем в четырех линиях. Поэтому лучше всего пользоваться встроенной командой. И встроенная команда, вот-вот, если хотите пользоваться меню, то нужно нам идти в статистику, потом Sample Selection Models и Heckman Selection Model Two-Step. У вас появилась менюшка, в которой вы можете выбрать переменные. Ну, я люблю писать код. То есть через окно меню это то же самое, что писать код. Как бы с окошком меню можете поиграться дома, но мы ее сейчас закрываем, мы смотрим на код. Вот, вот это две строки кода. И мы его оцениваем. Так. Вот у нас появляется первое уравнение. Так, вот первое уравнение. И второе уравнение.
И вот здесь, если посмотреть на количество наблюдений, у нас сразу видно, какие переменные исключены из второго уравнения. То есть вот, вот эти все переменные, они исключены из второго уравнения. То есть их нет в первом уравнении. Как бы, если вы исключаете какие-то переменные, нужно их как-то обосновать. Здесь у нас сейчас более или менее такое практическое занятие, поэтому... Он даже в summary пишет, сколько цензурировано наблюдений, ну, повышено. Да, давайте посмотрим. То есть, в общем, у нас 753 наблюдения. Ну, опять же, я люблю все проверять, то есть давайте нажмем count. Напишем count. Каунт говорит 753 наблюдения. Теперь давайте нажмем tab in LF. Затабулируем нашу переменную, нашу бинарную переменную. У нас 325 человек, которые не работают. То есть это цензурированные переменные. Вот оно и, вот оно нам и показывает. 325. Что отвечает вот, вот этой как раз команде. Вот, вот этому значению в табличке. Так? Соответственно, нецензурированных переменных у нас одно минус другое. Дальше Волт статистика показывает, тестирует гипотезу, что все параметры модели равняются нулю. Это вот тест подобный, как вы говорили, R-квадрат тест или подобное. То есть здесь нулевая гипотеза, что все эти вот эти коэффициенты — это бред, это ноль, статистически ноль. И мы ее отвергаем очень с уверенной вероятностью. Так. Вот это коэффициенты пробита, которые мы можем оценить пробита. Вот эти вот это коэффициенты OLS, которые мы можем оценить. Оцениваем, учитывая Heckman Selection. Да, то есть тут в одной команде получается всего... Да, именно. То есть простота команды. И здесь есть Rho и Sigma. А MILS это что такое? Что? MILS это... А MILS это вот тот компонент, который мы построили. Так? Это вот этот... это вот это, что мы создали. Вот. Вот это MILS. Вот это минус. Вот это наш минус. Ну, мы можем сравнить то, что мы создали ручками, да, оно как бы интуитивнее, и то, что нам выдала программа. Вот наша лямбда. Оценка на нашей лямбде – это оценка на лямбде в стате. Тавтология какая-то. Rho – это оценка корреляционного коэффициента, и сигма – это оценка варианса. Второй варианс взят за единичку, так, как я говорил. Так, а смысл Rho еще раз можно? Корреляция. С чем? Сейчас покажу. Корреляция вот... Вот у нас есть две эти лямбды, два эпсилона, эпсилон 1 и эпсилон 0. И мы говорим, что они вместе распределены нормально. Да, это вот эта матрица, которую я строю. Вот это эпсилон 1. Мы говорим, что они распределены нормально. И варианс-коварианс матрица у нас здесь будет сигма квадрат 0, сигма квадрат 1. Здесь у нас будет коварианс. Сигма 0, сиг, эпсилон 1, эпсилон 0, а здесь у нас будет коварианс, эпсилон 0, эпсилон 1. Ну, она симметрична, да? Вот. Вот это, по-моему, вот это принимается за 1, по-моему, вот это. Потом, вот это сигма оценивается. Да? Вон она, сигма, ну, в табличке стат. Вот это коварианс у нас расписывается
как корреляция умножить на корень квадратный из дисперсии. Вот эта дисперсия у нас 1. Корреляция это наша ρ. И вот это все оценивается. Вот это нам показывает стат. Вот. Вот это ρ. Это корреляция тех ошибок. И сигма это оценка дисперсии. Корень квадратной дисперсии. Интуитивно, да? Вопрос есть по этой табличке, по коду, как все делать? Ничего не понял, может повторить еще. Вот код, смотрите, здесь. То есть там в начале пишется то, что на первой стадии, что не не-не-не, вот это outcome equation, это второе уравнение. А здесь, вот смотрите, начнем с конца. Select это selection equation, это probit. И вот у нас здесь закладываются переменные probit. А вот здесь закладывается переменные. То есть вот в селекте пишется то, что влияет на то, что будет 0 или не будет. Да, 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 да. Код будет работать или не будет. Код очень интуитивный. Элемент, собственно, от чего зарплата зависит. Да, да. То же самое мы можем сделать менюшкой. То, что я вам предложил сделать дома, мы идем в статистику. Sample selection, Heckman, two-step. И вот здесь сейчас я с кода скопирую. Вот здесь давайте мы можем скопировать вместе. Dependent variable – это наша log зарплата. Вот я беру и копирую log зарплата. Независимые переменные – это вот у нас три переменных. Я беру и копирую сюда. Потом у нас есть уравнение выбора, которое говорит, что зависимая переменная является работой или нет, а независимыми переменными является вот это. Вот так. И я нажимаю. Вот, как-то табличка это все более интуитивнее. Может, ну, для начинающих особенно. Но мне больше нравится код, потому что, ну, в коде я как бы вот эту всю табличку пишу более компактно. А есть что, какой-то Heckman нету стадийный? Да, есть likelihood Heckman. Вот когда мы нажмем сейчас ОК. У нас нам стата выдаст вот ну ту же самую табличку. Но в коде ее, ну, соответственно, не останется. Код у нас выдается вот. Да, в коде она не останется. Вот вам выдает стату. Mm-hmm. После таблички она вам выдает вот эту строку. Mm-hmm. Вам нужно эту строку или скопировать в do-файл, или открыть этот diary, дневник перед началом работы. Но, соответственно, если мы через меню делаем, то в логах это все останется. Угу. В логах останется вот это все, что написано в стате. Ну да, то есть это можно либо в таблице сделать, либо это можно просто вбить в код. Конечно. То есть или мышкой кликать, или пальчиками код писать. Так, теперь давайте эту же самую процедуру мы сделаем с помощью функции максимального правдоподобия. Вот у нас есть команда, та же самая, вот давайте сравним две команды. Вот первая команда это two-step estimator, это двухшаговая оценка, тук-тук. А вторая команда это то же самое, только без команды two-step, да? Без двухшаговой команды. И давайте его оценим.
что у нас получается? Вот, если я так правильно помню, то коэффициенты чуть-чуть поменялись. На likelihood. Чуть-чуть. Почему? Но в пределах доверительного интервала. Почему поменялись? Кто мне скажет? Интуитивно, тут нету никаких технических моментов. Ну, в этом смысле, что мы проделали Хэтмана, получается, для всех, а не только для тех, кого выбрали. Ну, смотрите, как бы здесь другой способ оценки. Так? Там two-step, просто регрессия, а здесь функция, которую мы максимизируем, функция правдоподобия. То есть разный метод оценки, разный результат. Но здесь просто нумерически разный результат, статистически он один и тот же. Параметр отличается на там, 1-2 сотых или тысячных даже. То есть статистически это незначимое отличие. Но чуть-чуть... В p-value разницы не будет. Да, 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 да. В значимости не должно быть, как бы по принципу. Но здесь как бы лучшая оценка это потому, что как-то учитываются ошибки standard error, что здесь p-value лучше. Здесь в MLE оценку, в последней оценке. То есть сам Джефф рекомендует делать MLE оценку, потому что она как-то учитывает ошибки, правильные ошибки. Так. Ну, в общем-то и все. Вот с Heckman Selection моделью. Вам важно просто понять идею. Как, почему, откуда здесь два шага, откуда берется первый шаг и почему его нельзя игнорировать. Так? Просто понять идею, а потом, технически это сегодня стата, завтра какой-то другой софт, это все релятивно. Вопросы есть по вот этим трем способам оценки? То есть мы оценили сами пальчиками, потом оценили двухшагово с помощью встроенной команды статы и потом с помощью функции максимально правдоподобия. Так? Результат тот же самый. А вот про результат есть вопрос. Когда мы likelihood делали, что соответственно означает afro и one sigma? Да, это altro, это с помощью оценки. Там вот если открыть help Heckman, и вот пойти на PDF-файл, то оно здесь говорит, что такое Altro. Где-то тут есть формула. Я так думаю, что это вот эта формула. Это какой-то технический момент, нужный для максимизации функции. Просто если мы ставим likelihood, то он должен нам выдать вероятность того, что наш реальный массив данных, вот именно тот, который мы численно посчитали. То есть типа вероятность выбора или вероятность? Ну, да. А, сейчас, подождите, не-не. Там получается, что likelihood оценивает ро, не оценивает прямо. Да, вспомни. Он оценивает вот эти alt, ро и ро, которые являются функцией от ро. И потом функция инвертируется, и получается ро и сигма. Вот, вспомни, да. То есть alt, ро и one sigma это промежуточные значения? Да, это промежуточные. А потом уже, соответственно, да, даже посмотрите, здесь нету t-теста. Вот это оценивается. Две вот эти два значения оцениваются. Потом из Altro получается ро, из ln сигма получается сигма. Здесь нету даже гипотезы на этих переменных, потому что они не оцениваются, они потом выводятся. То есть получается Altro, грубо говоря, из него получается ро, это, ну, тут
интервал одобрения там, они тоже, ну, в смысле и значения, и стандарт error. А сигма, соответственно, получается экспоненцированием event сигма. Ну, чуть-чуть отличается, альтро и ро. То есть оценивается likelihood, оценивает alt-ro и lensigma. А потом из них выводится ro и sigma. Так, ну давайте идем дальше. Следующий наш шаг это... Сейчас мы делаем тоже, но вот есть способ встать и записать эти все команды более компактно. Помните, мы дефинировали переменную local, соответственно, если есть local, есть global. Вот global — это переменные, которые из памяти не удаляются сразу. И global, вот мы под global мы дефинируем переменные в selection equation, под первым global. Под вторым global мы дефинируем переменные в outcome equation. И потом код тот же самый. В скобках. Бинарная переменная равняется вот этому global, который мы сдефинировали наверху. И здесь переменные для outcome equation. Это global, который мы тоже сдефинировали. То есть как бы здесь преимущество переменных. Здесь преимущество маргинальное, может быть, даже нет никакого преимущества. Но если там 200 переменных у вас, там, и они как-то меняются, то нужно, ну, желательно там, чтобы не запутаться самому в них. Вот тут реально можно, наверное, какие-то блоки создать глобал. Да. Демографии, есть экономика. Конечно, конечно. Или если переменные, есть какой-то постоянный набор переменных, а потом меняется набор. И вот этот постоянный набор можно дефинировать под глобал и его везде кидать. А потом удалять и прибавлять переменные. Вот. Ну, это такое. Как более удобно работать, раз в старте, например. Так, теперь, вот смотрите, у нас два уравнения. Selection equation и outcome equation. То есть для каждого из этих уравнений мы можем создать fitted values. Для selection equation мы создаем fitted probabilities. Так. И вот они создаются вот этой командой. То есть это вероятность, объясненная вероятность того, что человек... случайно взятый человек в данных, он работает. И давайте, вот я составил код, что вчера... PSEL это selection probability. PSEL probability. Нет, это не способ, это что же именно делать, что предсказывать. Вот predict говорит, предскажите нам что-то, что будет... Умножение функции регрессии. Сейчас. Есть вариант остатки. Сейчас, смотрите, да. Вот предскажите нам что-то, что будет иметь имя p-head cell, и которое будет происходить от selection equation и будет являться вероятностью. Как-то так. Ну да, то есть если поменять команду после комы, здесь будет residuals, да, там xb, это будет linear prediction. Да. Вот с этим мы поиграемся. Потом. PSEL это вероятность единички в нашем уравнении, в нашем первом уравнении. А единичка — это работаешь, ноль — не работаешь. Вот, и сейчас наша задача определить это. Как я говорил вчера, сколько же мы правильно классифицируем наблюдений, сколько неправильно классифицируем. Ну вот тут этот цикл, да, который вчера не получил. Я даже не знаю, что он вчера не пошел. Так, команду predict нужно оценивать в
всегда голосует команда. Значит, правильно или неправильно, просто на сравнение, чтобы ближе к... Если меньше 50%, значит, не работает, если больше, то работает. Что, что 50%? Ну, ну вот, если вот это вот прогнозное... Сейчас посмотрим, сейчас я покажу. Вот оцениваем, я скопировал команду и оценим вот этот код. Сейчас вот так. Угу. Мало перемен. Сейчас. Сейчас оно хочет, чтобы увеличил количество перемен сейчас. Вот, вроде бы увеличилось. И сейчас оцениваем. Сейчас. Давайте я сделаю заново этот код, потому что какие-то переменные создал, какие-то не создал, и оно мне просто дает ошибки. Неправильные ошибки. Вот. Все. И, пожалуй, вот так. Вот. Вот график, который очень красиво выглядит. Что вот это за график? Вот это получается... Если threshold на вероятность 0,2, то есть те, у которых предсказанная вероятность больше, чем 0,2, у них 1, а те, у которых предсказанная вероятность меньше, чем 0,2, у них 0, то тогда количество правильно классифицированных наблюдений у нас будет где-то 475. Логически предположить, что увеличивая threshold, мы увеличиваем количество правильно предсказанных наблюдений. И часто, по-моему, по дефолту стата берет 0,5. То есть, если предсказанная вероятность меньше 0,5, тогда 1 предсказываем. Если предсказанная вероятность больше 0,5, тогда предсказываем... Наоборот. Да, наоборот. 1. Вот. И здесь мы по графику видим, что если мы возьмем threshold где-то 0,56, то мы предскажем больше наблюдений, чем threshold 0,5. И, соответственно, если мы переборщим, возьмем threshold 0,9, то мы предскажем, что неправильно. Очень редко будем говорить, что неправильно сделаем предсказание. Да. То есть это количество правильно классифицированных наблюдений. А если 753, да? Да. И давайте посмотрим теперь на что же это. Вот я потом отсортировал данные. Вот, вот этим SVMAT создал матрицу, создал график, отсортировал данные по убыванию. И вот у нас есть маленькая табличка. 5 данных. 5 строк с самыми высокими значениями D2. То есть D2 это количество правильно классифицированных наблюдений. Да? Получилось у вас, девчонки? У нас что-то другое. Да? У нас первый столбец отличается. Если честно, у меня вот на компьютере такое было. Как у вас. Я не знаю, почему там дает другое значение. Ну, я не... Вот у меня такое было на компьютере, если честно, дома. Может, здесь вопрос симуляции или... Потому что не строки кода пропустили. А вот... Так, не выполнили. Мы просто все подряд выполнили. Ну, давайте я прогоню еще раз. Давайте вот это я подставил. Давайте я попробую еще раз. А, да, уже. Такое? Нет. С третьего отличает. С третьего по пятого отличает. Да. А с
особо. Потому что нужно каждый раз. У кого какие значения выше? Так они каждый раз разные. Это странно. Почему они каждый раз разные? Два то же самое. Ладно, да, давайте это, тогда вот уменьшим на 100. У нас опять 2. У нас тоже меняется. Мне кажется, это меняется из-за грида. Вот уберем один нолик, я переборщил, наверное, с ноликами. Вот, сейчас не меняется. То есть здесь вот, если probability threshold 0.56, тогда у нас 561 правильно классифицированное наблюдение. Если probability threshold 0.51, тогда 560 правильно классифицированное наблюдение. И так далее, и тому подобное. То есть я бы здесь взял threshold 0.56. Для того, чтобы правильно классифицировать наблюдение. И тогда получается у нас, если мы разделим 561 на 723, да, у нас было? Сейчас. Count. 753. Вот почти что 75% правильно классифицированных наблюдений. Ну, это... А да, и это что за команда? Дисплей. А. Ну, 75% это nothing much. Хорошо, но можно лучше. То есть 1/4 мы неправильно классифицируем. То есть это просто регрессия для, как бы, для урока. Так. И здесь, как я вам говорил, здесь еще есть тест на нормальность, но в стате, по-моему, нет встроенного теста, такого принятого, признанного теста на нормальность, именно встроенного в стат. Поэтому вот если бы компьютер разрешал идти в интернет, тогда мы в стате бы скачали модуль, который называется SK-Probit. SK... Люди из Бостона написали этот модуль. Ну, вроде бы он нормально опубликован, этот модуль, то есть, мне кажется, можно не пользоваться. Вот. Вот как бы сам модуль выглядит. Сейчас посмотрим, может оно надо раскачать. Вот как выглядит сам модуль. Вот это код модуля. Его нужно скопировать это в папку стату, как бы, ну тут. Когда нету интернета подключения, тут неоднозначно. Вообще дома, если хотите это все сделать, вы пишите find it sk-probe. Вот эту команду find it sk-probe. И оно вам выдаст этот модуль, который вы загрузите автоматически. И там ничего не надо делать, просто нажмете install. И все. Так, вопросы есть по вот этой процедуре, которую мы сделали? Нет, да? Хорошо, идем дальше. Так, что нас ждет дальше? Дальше нас ждет Тобит. Здесь побыстрее будет. То есть задача в Тобите у нас, как мы говорили на лекции, вот какая-то есть. Да. Вот наша изначальная модель. Потом мы часть переменных не наблюдаем, но вместо них наблюдаем 0.
И оценив вектор параметров, мы его интерпретируем как предельные эффекты вот этой модели, которую не наблюдаем. Но нам это мало полезно, потому что мы не знаем, что мы не наблюдаем, сколько мы не наблюдаем. Вот как-то так. Поэтому для этого нужно нам оценить предельный эффект. Вот эти предельные эффекты. Давайте сначала Тобит оценим. Посмотрим его оценки с Джеффом, правильно мы делаем или нет. И потом уже будем интерпретировать. Так. Файл остается тот же, mros.dta. И мы будем сейчас делать Тобит на рабочих часах, working hours. Давайте тогда, переменная нас интересующая, это hours. Давайте ее протабулируем. Tab hours. То есть hours принимает много значений. И вот 325, вот тут почти что половина у нас нулей. Mm-hmm. То есть как-то, наверное, нули отличаются от не нулей. Mm-hmm. То есть вот тут нужно вот эту учесть характеристику. Поэтому вот этой командой, сейчас я уберу client. Вот этой командой мы. Чуть побольше лавочки сюда, пожалуйста. А, да, извините. Спасибо, что это. Вот. Синтаксис Тобита похож на общепринятый синтакс Tab. Сначала команда оценки. Тобит, пробит, лоджит. Потом. Зависимая переменная, ряд независимых переменных, запятая, и после этой запятой какая-то функция. Не функция, а какая-то опция. Опция здесь LL, что означает lower level или low. Да, это означает truncation слева, урезание слева. И слева в нуле. Мы точно знаем много. И вообще интуитивно, откуда у нас возникли вот эти часы? Вот эти вот нули. Смотрите, от 0 до 12 у нас довольно большой промежуток, но никаких значений. А дальше от 12 до 15 у нас значения есть. Вот можно винить рынок труда в этом. То есть если вы приходите к работодателю и хотите работать, он вам скажет, ну вот будете работать там пол этого рабочего времени. Да, это 20 часов. То есть нельзя ему сказать, что вот хочу я работать час в день. Или вот нельзя с работодателем договориться, что вот я вам буду звонить утром и буду говорить свое предложение рабочих часов. То есть это называется как labor market rigidity. Когда посредством контракта, посредством какого-то договора юридического устанавливается наперед количество рабочих часов. Так? То есть я их не выбираю, они у меня уже даны контрактом, поэтому здесь вот сенсоринг так может быть явно и виден. Ладно, идем. Вот, так, где наша табличка Джеффа? Сейчас я найду эту табличку просто, чтобы... она же у меня есть. Вот она у меня есть. Вот эта табличка. И давайте прогоним вот эту часть кода. Сначала прогоним вот эту часть, обычную регрессию, так, нажимаем прогнать, и потом Тобит, нажимаем прогнать.
Смотрим на output. Ух, какой ужасный. Сейчас я еще раз попробую. Вот, теперь красиво. Тобит, коэффициенты Тобита. Так, ну они должны быть идентичны с Джеффом. Минус 881, да, 8065, 131, минус 186, минус 54, да, они идентичны. И стандарт errors тоже идентичны. То есть мы оцениваем правильно. Теперь смотрим на output. Что? Там просто в коде quietly стоит. Да, там quietly надо убрать. Вот. Да, там. Вот здесь стояло quietly. Да? Вот это quietly надо убрать. Оно оценивает, но не показывает. Получилась табличка? Теперь нашей целью, нашей задачей является вот эти три предельных эффекта. Эффект на вероятность и так дальше. Так? Вот давайте с ними поиграемся. Первый эффект – это эффект на среднюю, на общую среднюю. Это вот этот эффект. Откуда я знаю, что это так? Вот, чтобы убедиться и там точно знать, что мы делаем, давайте пойдем в help, в Tobit. Вот Tobit нам говорит, что он может выдать Tobit post estimation. Вот здесь нажимайте. Вот он нам говорит, что может выдаст несколько опций для predict. Первая опция, это та, которой мы пользуемся, это Y-star, которая говорит, что оценивает среднюю для всех наблюдений, имеется в виду сенсорных наблюдений. Сенсорных и нецензорных. В общем-то, весь сэмпл, который у нас есть, оценивается предельные эффекты для этого сэмпла. Как-то может графически, если вам показать. Вот у нас куча сенсорных наблюдений. Здесь нули, так? Вот у нас. Нет, это у нас аудис. А потом идут нормальные наблюдения. И вот этот эффект, который мы сейчас оцениваем, это эффект. Это будет эффект на все наблюдения. Все наблюдения. То есть sensor плюс unsensor. Эффект для всех наблюдений. Соответственно, другой эффект – это эффект только для вот этих наблюдений. Только для truncated наблюдений. Это partial e, e больше нуля. Поделить на xi. Это у нас только truncated. Так, только вот эти наблюдения. Вот, мы прочитали команду, мы ее поняли. Теперь мы ее оцениваем, команду. Вот она. Go. Сейчас мы. Вот эта команда, то, что я недавно сказал, это margins.
И в help это будет соответствовать. Ну, это из хелпа, также то, что, поэтому не буду из хелпа. Вот оцениваем эту команду. Тук. Получаем что? Получаем предельные эффекты. Вот эти эффекты уже можно интерпретировать в смысле увеличения на 1 влияет так-то так. То есть увеличение дохода семьи на 1 доллар на 1 единицу снижает количество часов работы на 5. То есть довольно большой предельный эффект. Увеличивая образование на 1 год увеличивает количество часов работы на 47. Это годичные часы работы, годовые. Потом experience на 77 часов и так дальше. Так? Интерпретация этих коэффициентов понятна. Это мы интерпретируем предельный эффект. Теперь давайте рассчитаем предельный эффект для урезанной части распределения. Это у нас будет через команду margins. Ну, опять же, можете посмотреть ее формулировку. Е0, да? Что? Которая Е0. Да, Е. Вот мы получаем что-то другое. Теперь вопрос, как отличаются предельные эффекты? То есть, вот это интерпретация предельных эффектов для тех, кто работает. Так? То есть, предельные эффекты для тех, кто работает, учитывая, что есть люди, которые не работают. И как бы, если посмотреть, вот здесь минус 5 доход семьи, а здесь минус 3. Так? Здесь образование 47, а здесь 36. Здесь experience 77, здесь experience 59. Age минус 32, минус 24. То есть такое как бы мнение, как-то так, вот что-то мне говорит, что для тех, которые уже работают, для них эффект меньше. Величина эффекта меньше. Ну, я думал над этим, ну, наверное, это интуитивно. Посмотрите, вы уже работаете, у вас что-то меняется. И... Да, человек не бросит работать. Да. Да. А если вы не работаете, у вас что-то поменялось, то и вы начинаете работать, то вы работали 0 часов, сейчас работаете там 20 часов. То есть предельный эффект здесь будет больше. Так? Интуитивно это, да? Окей. Теперь последняя команда – это на вероятности. Margins. Вот здесь интерпретация этих коэффициентов такова. Если увеличивается доход на 1 единицу, то вероятность работы уменьшается вот настолько. Если образование увеличивается на 1 год, то вероятность работы увеличивается на вот столько. И таким образом можете интерпретировать все вот эти коэффициенты. Так? Вопросы есть какой-то? Просто здесь надо как бы больше думать в том смысле, что мы хотим. ОЛС прогнали, и вот там только одно возможно, вот предельный эффект. А здесь вот для каких людей вы хотите ваш эффект? И, соответственно, от этого будет исходить оценка. Вот здесь три эффекта. Эффект на вероятность, эффект на урезанную выборку, эффект на полную выборку. Код. Да, теперь я
делаю то же самое, только для пробита, с точки зрения предельных эффектов на трудоустройство. Вот у нас есть оценки Тобита, предельные оценки Тобита на трудоустройство. Давайте сравним, если эти оценки, как эти оценки относятся с пробитом, с оценок обычного пробита, который, с которым мы уже знакомы. Сейчас это все будет. И вот наша команда. Экономим команда. Если что-то поменял. In LF, да, у нас? Нет. Там Y star я дефинировал, я не знаю, почему я это кода. Да, здесь была Y. А Y это что? Y это равняется... Давайте сгенерируем эту переменную Y. Она равняется hours больше нуля. Строго больше нуля. Ага. То есть вот эта переменная мы создаем dummy переменную, которая равняется единице, если часы работы больше нуля. И тогда мы вот эту переменную оценим. Так? Должно получиться. Вот, отлично. Получились предельные эффекты. Только давайте для сравнения я опять поставлю quietly. Quietly. И вот так сделаем. Сейчас что-то у меня ошибки. Почему? А, маржинс, понятно. Сейчас. Маржинс команда идет только после оценки, так? То есть сначала мы прогоняем тобит, потом прогоняем маржинс, потом прогоняем пробит и прогоняем маржинс. Оно мне выдало ошибку, потому что оно забыло оценку. Так, это предельные эффекты из пробита, вот здесь предельные эффекты из тобита. Так, знаки у нас одинаковы, только отличается знак на последней переменной, которая не отлична от нуля. То есть мы ее можем игнорировать. Так, давайте более детально. Здесь 002, 003, 0 education, 022, 039, 035, 037. Оценки более или менее в доверительном интервале. Но теперь вам вопрос, почему они не идентичны числам? Смотрите, команда одна и та же. В тобите есть пробит, да? И мы прогнали пробит. То есть способ оценки один и тот же. Пробит. А почему у нас этот предельный эффект отличается? Вот в функции, вот наш предельный эффект. Это тот же предельный эффект, который я вчера давал на лекции. Почему формула одна и та же? Почему у нас изменяется значение? Это же численная оценка. Что? Пробит это же численная оценка. Да. А пробит, соответственно, мы как-то больше по формуле считаем. А он тот. Это все численная оценка. Может, с этой формулы, по-моему, она формулу использует. Ну, там может и то, и то. Давайте генерировать идеи. Под конец рабочего дня. Функции у нас одинаковые.
f это нелинейная функция. Что у нас отличается? У нас отличаются беты. Также беты и сигма. Функция likelihood для пробита это не такая же, как функция для тобита. Так? Мы оценили какие-то беты в тобите. И эти, по этим бетам считаем предельный эффект. Мы оценили какие-то беты в пробите, которые другие, и по бетам из пробита считаем предельный эффект. Функция одна и та же, но предельный эффект будет отличаться чуть-чуть. Потому что у нас значения, которые мы в функцию вставляем, отличаются. Так же? Поэтому у нас отличаются предельные эффекты. То есть чуть-чуть. Это получается нормированное на какое-то. А, соответственно, в пробите это мы уже не нормируем. В пробите они тоже нормируются. Только там, там надо на формулу детально посмотреть, там где-то один есть. Я о чем говорю? Даже не беря нормализацию во внимание, бета у нас, вот это у нас бета-тобит. Вот это. Бета – это бета-тобит. Бета-хэт-тобит. Она не равняется бета-хэт-тобит. То есть численные оценки будут не одинаковые, численные. Потому что они получены по разным функциям правдоподобности. Функция правдоподобности пробита, она не такая же, как функция правдоподобности тобита. Иначе, если бы они были идентичны, зачем нам два? Так? Вопрос? Нету, да? Окей. Ну, у меня еще есть один файл для... Еще высадите, да? Давайте мы берем последний файл. Который о пробе. Давайте вспомним, что этот о пробе. У меня здесь нет презентации. То есть опробит нам будет говорить о том, что мы разделяем весь наш support на какие-то отрезки альфа-1, альфа-2, и здесь будет альфа-кей. Если моя функция полезности находится в этом интервале, то я тогда выбираю альтернативу оно. Так? Если в этом интервале, тогда я выбираю альтернативу А1. И так дальше. То есть здесь у нас оценка будет по интервалу. Примером это мы приводили пример опрос, например, нравится ли вам президент? Да, поддерживаете ли вы президента? Да, очень сильно поддерживаю, нейтрально, плохо, слабо поддерживаю или плохо поддерживаю. Вот это все у нас будет, можно объяснить вот это, вот засунуть в эту картинку и оценить ее ордер пробитом. Ордер, потому что порядок у нас имеет значение. Вообще не поддерживаю, слабо поддерживаю, нейтрально поддерживаю, сильно поддерживаю. Перемешать это нельзя. Так? И вот давайте откроем файл из лекции 5, по-моему, оно WTP. Так, надо увеличить, да? Так. Вот это я возьму.
Так, первое, что мы можем сделать, то есть наша задача, нет, перед тем, как мы приступим ко всему, давайте напишем без, что нам опишет наши данные. Как я вам вчера говорил, это данные из опроса в Португалии, в котором задавали вопрос респондентам, вот сейчас будут изменять парк, сколько вы готовы заплатить, чтобы сохранить природную девственность парка. И кто-то называл, и респонденту называли сумму. И респондент говорил, согласен заплатить меньше, согласен заплатить именно эту сумму или согласен заплатить больше. Так? И вот из вот этого ответа у нас возникла вот переменная depvar. Dependent variable. Давайте tab depvar. Она принимает значение 1, 2, 3, 4. То есть 2 это 1 это, по-моему, вообще ничего не хочу платить. 1, 2 это хочу платить меньше, чем вы сказали. 3 плачу именно эту сумму. 4 это плачу больше. Больше. И мы вот видим наше распределение. То есть в категориях 1 и 3 у нас находится 80% почти что наблюдений. 70 с лишним. Теперь вот как довольно эффективный способ оценки переменных, оценки характеристик по группам, мы можем сделать табуляцию. Например, переменной depvar и переменной income. Но после запятой мы указываем, что вот в этой табличке сделай нам хи-квадрат тест. Давайте просто я вам покажу, что выполняет команда без теста хи-квадрат. Без теста хи-квадрат вот у нас такая табличка, в которой люди с низким доходом 1 распределены вот так по ответам. Большинство ответило вообще ничего не хочу. То есть доход 1 самый низкий, 7 самый большой, да? Mm-hmm. Да, здесь по группам доход. То есть это не то, что доллары или тысячи, евро, это категории. Интервалы. Это принцип приватности. Да, интервалы. И вот в интервале 8 у нас вот такое распределение. То есть нулевая гипотеза, мы хотим проверить, если вот эти группы, они отличны друг от друга. В смысле распределения. И для этого делается тест хи-квадрат. Вот, нажимаем тест хи-квадрат, идем сюда. Так, там есть какая-то опция. Вот. Тест статистика 47, вероятность 0.001. Нулевая гипотеза здесь, что все группы равны между собой. Здесь мы эту гипотезу отвергаем или не отвергаем? Не равны, как и стоит ожидать, так? То есть было бы странно, если бы эти группы были равны. Да? И тут говорится о том, что связь между тем, как человек относится к самому парку и доходы не связаны. Да. Другими словами, что эти переменные не независимы, они зависимы. Переменные категоризованы. Да, категоризованы. То есть здесь еще есть. То есть считается какая-нибудь квадратичная сопряженность чем-то. Да. Хи квадрат там считается. Статистика, ну а тест сам я не помню. Вот здесь есть вклад каждой клеточки в нашу статистику. В наш тест.
Вот давайте, например, возьмем, сейчас по строкам будем работать. Вот первая строка вкладывает 19 баллов из 47. Вторая строка вкладывает 2,6 балла, да. Третья строка вкладывает 9 баллов. Четвертая строка вкладывает 16 баллов. То есть наиболее отличны от друг друга являются люди, которые ответили 1, и люди, которые ответили 4. Можно интерпретировать эту табличку по-разному, да? Вот, например, 2, люди в категории 2, они, наверное, не отличны от средней. Потому что здесь вклад в статистику только 2,6. А вклад категории первой категории у нас 19, почти что 20. То есть вот эта категория людей, которые ответили 1, они как-то очень сильно отличаются от средней. Ну, соответственно, и третья категория. Да. Да. Теперь давайте посмотрим отличия по колонкам. Теперь смотрим на группу с маленьким доходом сильно. Да, на вот эти значения. 65, 112, 85, 31, 9, 3, 2, 5. То есть колонка 1, 2 и 3. Они сильно отличаются от средней. Тут правило универсальное какое-то, то есть как считать, что он сильно отличается или не сильно? Первый. Вот как бы смотрите, здесь сумма. Сейчас. Я не на ту строку посмотрю. Сумма 47. Нужно было на тут первая. Да, смотри. За 25 лет кучу половины. То есть 47 это общий скор, это общая статистика. Из этих 47 25 исходит из первой колонки. То есть первая колонка у нас генерирует половину результата нашего теста. То есть они действительно как-то отличаются друг от друга. И третья еще четверть. Действительно как-то странные. То есть можно предположить, что будет отличие предельных эффектов факторов по вот этим интервалам. Так. Теперь мы идем на оценку. Ордер пробита. Ну, синтаксис классический, кстати. Dependent variable и independent variables. Мы его нажимаем. Получаем какой-то фидбэк. Вот это мы получили cut. Cut 1, cut 2, cut 3. Это вот эти альфы. Только эти альфы в смысле utility. То есть те люди выбрали опцию 1, у которых ихняя функция полезности была меньше, чем минус 0.57. Так. И теперь у нас вектор B. Вектор B. Что я думал делать с этими бетами? Ну, они не сильно информативны, да, здесь, потому что likelihood есть. И смотрите, у нас есть вероятность вот этого выбора. Давайте посчитаем предельные эффекты для каждой из вероятностей. Да? Вот есть вероятность выбрать первую альтернативу. Давайте посчитаем предельные эффекты для этой же вероятности. Вторую альтернативу и так далее, и тому подобное. Наверное, там будет что-то нелинейное. И потом проведем дискуссию. Вот, ну, наверное, можно вот так выделить и нажать кнопку. И мы получим вот предельные эффекты.
это предельные эффекты для вероятности выбора единички. То есть ничего не хочу платить, отстаньте от меня. Когда мы, давайте сейчас посмотрим динамику, когда мы увеличиваем, меняем категорию, в смысле, да, хочу платить, но меньше, у нас уменьшается вековой эффект, да, эффект возраста. С 0,062 он уменьшается до точка 0,017. У нас гендерный эффект мужчина-женщина не влияет на результат. И доход, влияние дохода уменьшается, увеличивается, потому что негативное значение, да, увеличивается. Потом идем на третью категорию. У нас эффект возраста уменьшается, да, у нас негативное становится. Эффект дохода у нас из негативного становится положительным. Так. И появляется какая-то гендерная разница. Девушки готовы платить меньше. И в четвертой категории у нас вековой эффект стал еще сильнее. Гендерный эффект стал еще сильнее. И эффект дохода у нас стал еще сильнее. То есть получается, если мы возьмем, вот давайте построим график, да, вот кто-нибудь сейчас скажите мне предельные эффекты на по возрасту и по доходу. Сейчас. У нас 4 группы, да? Так, у нас... Так, как мы это построим? Там отрицательная область. Отрицательный будет, да? Я вот думаю, как это лучше. Нет, в отрицательной области в... По их сумме я мог выбрать. Я вот думаю, как это лучше построить. Да, давайте вот так, именно. Вот это у нас будет эффект по возрасту, а вот это у нас будет эффект по доходу. Но только направо от оси, то есть 4 группы. А, ну можно и налево, да. Те, кто не готовы ничего платить. Давайте эффект по доходу, по возрасту у нас будет для первой группы. 0,62. 0,62, да? 0,062. Ну, это самое большое значение. То есть, можно сказать, это 50. То есть, 0.062, да? Да. Дальше? Дальше 0.02. Ну, 0.002. Еще меньше. Ну да, 2000. По почти 0. 2, так. Дальше. До третьей группы. Минус 0.21. 0.021. Это четвертый. Минус 0.043. То есть здесь явно видна тенденция, когда возраст увеличивается, перевернули, да? Когда возраст увеличивается, у нас уменьшается, вероятно, уменьшается. Вероятность нахождения в. Вероятность платить больше. Так? То есть, если мы возьмем первую группу, скорее всего, там будут молодые люди. Я правильно думал? Нет, первое. Потому что у нас положительный эффект молодых людей. Если возьму A4, если age увеличивается, у нас
уменьшается вероятность нахождения в четвертой группе. Я правильно интерпретирую? Это же среднее значение, то есть в первой группе, которые, те, кто готовы платить там, каждый год возраст на 6% увеличивает количество людей, которые не готовы ничего платить. То есть это 6% это вероятность. Если мы увеличим возраст на один год, то вероятность выбрать эту категорию увеличивается на 6%. То есть если мы возьмем первую категорию, то скорее всего здесь будут помоложе люди. Почему? Постарше. Если мы увеличиваем возраст. Да, постарше, именно постарше, да. Возраст увеличивается, именно. Постарше. И люди, последняя категория, будут люди у нас помоложе. То есть моложе готовы платить. Помоложе готовы платить больше. Отлично. Интересно, что парк вроде как раз пенсионеров уже. С этим разобрались. Давайте теперь уже инком, так? Вот. Теперь и вот здесь мы сделаем бет. Инком. Либо это хэд, а маржин ДФ на Д инком. Так, давайте, скажите мне кто-нибудь, пожалуйста. Минус 0,5 на 54. Так, у нас 4 группы. Раз, 0,54. Какой минус 0,5? 0,054. Плюс 0,054. Минус. Ну вот где-то здесь. Что второе? 54. Ага. Минус 0,015. 0 и 2 нуля. Минус 0,015. Ага. 0,018. 0,037. То есть в самой последней группе, то есть если увеличивается доход, то увеличивается вероятность нахождения в последней группе. Если мы возьмем последнюю группу, то там, скорее всего, будут более состоятельные люди. Ну, что интуитивно? Что интуитивно? Чем богаче, тем можно больше платить. Вот какой-то такой нелинарный. А возраст там не в годах, а там тоже 6 групп. Да, там категории. То есть как-то jump, да, такие? Jump function. Вот как-то так. И что еще я вам захотел? Да, теперь вот интересно тоже, какие же ауткомы предсказывает регрессия? Ну, до чего я додумался, это сделать линейную предикцию и посмотреть на нее. Вот смотрите, вот это все, что нам предсказывает регрессия. И регрессия тоже говорит, что наша альфа минус 0,57, альфа первая, альфа вторая минус 0,41 и альфа третья плюс 0,68. То есть, протабулировав линейные предикшены, мы выбираем минус 0,57. Yep. Вот эти все люди, мы предсказываем, что вот эти все люди выбрали опцию 1. Вот эти все люди. Ага. Понятно почему. Потому что у нас альфа, которую нам оценила регрессия, была минус 0,51 или 0,57, по-моему. Потом идем на минус, там было минус 0,41, минус 0,41, вот как-то где-то здесь. То есть получается все люди, которые от минус 0,51 вот отсюда до сюда выбрали опцию 2. Теперь последний трешхолд у нас был
0.68. И вот. От минус 0.41 до 0.68. Вот до сюда. У нас выбрали люди опцию 3. И получается, опцию 4 выбрал только 3 человека. Что-то маловато. А у нас наоборот. 0.68. Да, 0.68. То есть 3-4 человека. 4. А ну давайте протабулируем tab dev bar. Ну, как-то так и есть. Вот мы можем создать переменную сейчас. Давайте создадим переменную. Сейчас я напишу. Generate pred равняется. Все выбрали единичку. Потом replace pred равняется 2. Если y-hat у нас больше минус 0.57 и y-hat меньше 0.41. Или равняется, или сейчас я подумаю, где у нас больше, меньше или равняется. Наверное, все равно. И здесь нужно еще поставить вот это. Теперь replace. То же самое копирую. Нет, там смысловое значение будет. Можно. Replace pred равняется 3, если y-hat больше минус 0.41 и y-hat меньше 0.68. И replace. Равняется 4, если y-hat больше 0.61. И потом протабулируем tab y-hat, нет, dev bar и pred, наш prediction. И что у нас получается? Даже интересно. Бурум-бурум. Ну, еще раз уже там. Где-то ошибку сделал. Почему у меня только prediction принимает значение 4? Там написано, что в команде replace predict 4, 3 я очень не смею. Что? Ну, то есть тоже в команде, в логе написано, вот, когда мы делаем replace predict на 4, сколько три реальных изменений сделано. Да, что оно... Тоже, может, нокаут надо сделать? Ну, понятно, я просто хотел вот табличку здесь, когда мои предикшены и то, что мы наблюдаем в данных. Понятно, то каунт можно сделать, я просто хотел... Ну, может, лист надо сделать? Сейчас, дроп. Ну, что такое? Что мы это не надо? Получается, что у меня сохраняется только значение 4. Мне все очень хорошо получилось.
какая-то ошибка в коде. Какая у меня здесь? На самом первую категорию. А? Я знаю, что нужно уменьшить и посмотреть это все. Важно, кстати, писать меньше равно или равно меньше. По-моему, все равно. У кого-то получилось? Не получилось, все нормально. Получилось, да. И что там? Сколько там правильно предсказанных? Нет, ну в первой группе вот 105 правильно предсказано, а там 16,97 правильно предсказано. Дроп предсказано. Дроп предсказано. Можно все дроп предсказано. Вот, единичка создана. Можно все дроп предсказано. Потом заменяем на тройку. На тройку заменяется. Вот один, двойка, тройка, да? И потом происходит какое-то изменение, когда мы меняем на четверку. Всех праздник. Ну, так все получилось. И вот, все получилось. Что нам это проблему давало? Подождите. Tab, prep. Вот у меня переменная 1, 2, 3, 4. Tab, prep. Давайте тогда сделаем аккаунт. Пятьдесят один, так? То есть мы дисплей 312 51 плюс 2 плюс 81 плюс 1. 43%. Сейчас. Давайте тогда сделаю вот так сейчас, чтобы половинку экрана вам, половинку экрана мне. По-дружески. Еще дальше, как вот способ оценки робустности, можно посмотреть дистанцию неправильной классификации, например. Если регрессия склассифицировала наблюдение в 4, в то время как в реальности наблюдение находится в тройке, то это не то же самое, если регрессия классифицировала в единичку. Да? То есть тут можно какое-то взвешивание провести и ну так дальше. Давайте на сегодня заканчивать, а то вы завтра не придете, еще скажете, вот уже отсидела там наперед, да, сколько часов. Спасибо вам за внимание.